Что будет с участком железнодорожной линии Дорошихово-Васильевский мох, который сейчас никак не используется? Принять решение по этому вопросу предложили тверичанам. В соцсетях стартовало интернет-голосование. Выбор можно сделать в официальных группах правительства Тверской области, ВКонтакте и Одноклассниках. Среди вариантов ответов – линия городского общественного транспорта, парковая зона с пешеходными и велодорожками, лыжероллерная трасса. Также жители региона могут внести свои предложения по этому вопросу. Голосование продлится до 19 декабря.